В группе «Девятка ТВ» ВКонтакте сегодня мы спросили подписчиков, а чего вам не хватает в торговых центрах. Подведем итоги. 32% респондентов ответили, что им всего хватает. 26% считают, что не хватает скамеек. А 23% за то, чтобы в торговых центрах появились бесплатные игровые зоны для детей. Другие ответы в рубрике «Мобильный опрос». В первую очередь могу сказать, что когда я захожу в торговый центр, ну, для моей вот продуктовой корзины хватает вроде бы как бы все. Вот. И даже так вот на удивление, давайте я пошучу, гребешков не хватает, знаете, которые во Владивостоке. У нас, по-моему, в торговых центрах избыток продавцов. Почему? Потому что покупателей мало, а продавцов очень много. Это лишнее. А так всего хватает. Хотелось бы, чтобы кулеры с водой хотя бы были какие-нибудь там. А то не всегда возможность есть сходить и там воды купить. Не везде есть эти вот продуктовые магазины. В торговых центрах, знаете, чтобы туалеты были чистые, потом, ну, чтобы стояли, допустим, кулеры с водой, чтобы там пришел, допустим, дети вы захотели попить, чтобы они попили в спокойном доступе. Ну, все, наверное. А вот в плане каких-то, знаете, не покупок, а развлечений, там, спорт, детские комнаты, достаточно ли этого? Было бы больше, было бы лучше, если было бы их больше. Мне все хватает. Все хватает? Ну, я там редко гуляю. А вот обычно для чего ходите в торговые центры? Ну, за покупками. И всего достаточно? Да. Ну, можно сделать больше каких-то зон для малышей, для детей. То есть, если мама в декрете, и она хочет пойти в магазин, пошопиться, но ребенка не с кем оставить. Она может его взять с собой, но бывают ситуации разные. Поэтому было бы удобно, если бы была какая-то зона для малышей, для совсем маленьких.